В октябре 75 лет отмечает кафедра хирургических болезней номер 2. Ее почти 30 лет возглавляет выдающийся врач Петр Назаренко. Недавно ему исполнилось 70 лет. Несмотря на почтенный возраст, юбиляр не спешит уходить на пенсию. Он полон оптимизма, новых идей и планов в области медицины. В его руках скальпель подобен резцу талантливого скульптора. Он оперирует красиво, изящно, даже виртуозно. Каждый день хирург Назаренко спасает жизни и возвращает людям здоровье. Он выполняет сложные многочасовые операции, ведет занятия со студентами, встречается с коллегами, чтобы обсудить важные профессиональные вопросы, и вновь отправляется за операционный стол. И так изо дня в день, из года в год. Конечно, я не жалею о том, что я избрал эту профессию. Это замечательная профессия. Вот. И я считаю, тот, кто посвятил этой профессии свою жизнь, в общем-то, они удачно выбрали свой путь в жизни. Потому что, считаю, люди должны жить по принципу «спеши делать добро». Кафедра хирургических болезней расположена на базе 4-й городской клинической больницы. Здесь врач от Бога проводит научные исследования, разрабатывает новые способы диагностики и лечения болезней. Он прекраснейший педагог и, самое главное, он профессионал-хирург с большой буквы. Это большое счастье, что нам довелось работать с ним вместе, плечом к плечу, стоять на одних операциях. И, вы знаете, это замечательный человек, как человек, добрейшей души человек. Врачи шутят, нет органа, к которому не прикасался бы целебный скальпель Назаренко. Его по праву считают универсальным и искусным хирургом, который самоотверженно служит людям. Екатерина Худякова, Сергей Дорохов, телеканал «Сейм».